Други мои, свершилось. Я написал книгу. Полтора года работы, и вот она в моих руках. О чем эта книга? Ровно о том, что написано в названии. Больше бедным я не буду. Откуда я произнесла фраза? Эту фразу я произнес себе, когда мне было 27 лет, и я в очередной раз был раздарен, и у меня не было ничего, кроме того, что за мной гонялись все бандиты города, на меня открывали менты уголовные дела, администрация забирала помещение моего бизнеса, а у меня за душой в очередной раз не было ничего. И я тогда подумал, блин, почему так? Может быть, это я что-то нарушаю, но нельзя же ссориться со всем миром и говорить, что они все не правы, а я прав. И я начал разрабатывать совершенно другие правила. Я тогда себе поклялся, что больше не будет, что у меня не будет ни копейки. Этот момент написан в начале книги. Вот. И вот эта книга, это свод тех самых правил. Как в нашей стране, в любой ситуации можно спокойно расти, развивать свою личность и всегда иметь вот эти самые денежки в своем кармане. Об этом я написал здесь, привел десятки собственных примеров и лайфхаков и сотни исторических примеров. Рекомендую, прочитайте, я уверен, что каждый, кто прочтет, найдет что-то для себя, то, что сделает его счастливее, увереннее и немного богаче. Всем привет, покупайте книгу на Озоне, на Валберрисе.